Вот хорошо. На выборах город Портово, я думаю, будет тема. Или май, и шоу ничего, и не понимая, мимо витрин больших магазинов, чувствуя в воздухе запах бензина, я брел никуда, из ниоткуда, мечтая встретить Христа или Будду, святой мужичок, что шел мне навстречу, вдруг улыбнувшись, сказал: добрый вечер. Я мечтал из Мурманска. Я был не прочь, и мы пили весь вечер, пили всю ночь, по породе по лесе, в резком саду мы честно пили, у всех на виду, я не понял, кто я не понял, кто он, но я понял, что мир — это просто сон, и рассыпалось все, чему я привык, и я закричал: «Да кто ты, мужик?» Я мечтал из Мурманска. Чувак из Мурманска. Он рассказывал мне о далеких морях, о неведомых землях, больших кораблях, о чудесных невиданных, мной городах, о полярных сияниях, северных летах. Я чувствовал качку, я был вместе с ним, его мир нарастал, становился моим. Я проснулся дома с больной головой, и я понял, что я — это кто-то другой. Я мечман из Мурманска. Мечман из Мурманска. Мечман из Мурманска. Мечман из Мурманска. Мечман из Мурманска.